Всем привет! Сегодня будем решать довольно интересную немецкую головоломку под названием Astrolabium. Позже мы поговорим об этом названии. Головоломка представляет из себя 4 диска, которые могут вращаться. И задача заключается в том, чтобы белые кружочки, которые у нас есть на этих дисках, спрятать полностью под черными. То есть мы должны вращать черные диски так, чтобы они перекрывали белые. И на первый взгляд кажется, что в данной головоломке совершенно нет логики. Вы просто вращаете, в какой-то момент у вас черные диски будут перекрывать белые. Но на самом деле в данной головоломке есть логика, и мы ее с вами найдем. Так что сразу переходим к решению. Поехали! Итак, вот наша головоломка на сегодня, называется она Astrolabium, и меня смущает название. Дело в том, что существует астрономический прибор, который называется Astrolabia на русском, на английском он называется Astrolabium, то есть название нет буквы R. Я на всякий случай перепроверил в Гугле, и Google показывает, что если мы пишем Astrolabium, он предлагает вариант Astrolabium. И вот как раз-таки Astrolabia, отсылкой на которую, скорее всего, является эта головоломка. Данный прибор используется для определения координат небесных тел. Задача головоломки, согласно инструкции, вот у нас инструкция, задача головоломки заключается в том, чтобы перекрыть все белые кружочки. У нас есть 4 диска, 1, 2, 3, 4, они вращаются, и у нас перемещают белые кружочки. Есть побольше, есть поменьше. Нам необходимо передвинуть черные кружочки так, чтобы они полностью перекрывали белые, чтобы белый не было видно. С обратной стороны у нас точно такие же подписи, Astrolabium, Anno Domini, это с латыни переводится от Рождества Христова, то есть от Рождества Христова 1753 год. Возможно, это будет подсказкой, возможно, нет, пока не знаю. Также можно было предположить, что Astrolabium пишется на латыни с буквы R. Я перепроверил, нет, на латыни пишется тоже без буквы R, поэтому, скорее всего, это ошибка. Также можем обратить внимание на то, что у нас здесь компас, то есть у нас стороны света, север-юг, запад-восток. И здесь, соответственно, подписано северо-восток и так далее. Давайте попробуем решить эту головоломку, будем секать время. Старт, время пошло. Я очень надеюсь на то, что у нас здесь есть подсказки, потому что просто глупо перемещать диски мне не хочется, мне хочется разгадать загадку. Итак, давайте смотреть. У нас есть 3 звезды здесь, 3 звезды здесь. С обратной стороны у нас, мне кажется, то же самое все. Так, давайте повернем так, чтобы у нас диски были ориентированы одинаково. Мне кажется, здесь абсолютно все то же самое. Anno Domini 1753. Anno Domini 1753. Astrolabium. Astrolabium. Не знаю, по-моему, все одинаковое. Так, давайте думать, что это может быть за подсказка. 1753. Если разделить на 4 цифры, у нас получается 1753. Возможно, нам нужно повернуть диски друг относительно друга на значение часовых стрелок. То есть на 1753. То есть, если разбить на циферблат. Давайте попробуем. Также обратил внимание на то, что у нас есть здесь кружочки с одной стороны, а с другой стороны стрелочки. Так что, скорее всего... А, у нас даже вот здесь по контуру что-то идет. Вот здесь у нас по контуру насечки есть. Сколько их? Если их будет 12, то тогда мы можем по часовой стрелке, по циферблату расположить. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нет, не 12, 15. Является ли это подсказкой? Не знаю. Здесь, ну, по идее, то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То же самое. Так, ну давайте тогда не по часовой стрелке, а вот на эти рисочки ориентироваться. И будем располагать не вот этими кружочками, а вот этими стрелочками. Будем считать, что вот это верхний диск, и он должен стать на значение 1. Ну давайте тогда от него и считать значение 1. То есть вот это у нас получает значение 1. Вот это 1. Следующий диск мы должны повернуть на значение 7. 1. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В принципе, у нас диски друг друга не особо перекрывают. То есть у нас только вот этот кружочек перекрывается, а остальные не перекрываются. То есть, возможно, это даже неплохая ситуация. Пока будем на нее ориентироваться, но дальше посмотрим. Сколько у нас получается всего кружочков черных сейчас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10 кружочков черных. То есть всего их получается 11. Потому что один у нас сейчас перекрыт. Так, давайте поставим. Все, вот такое положение у нас для верхних дисков. Дальше смотрим. Пятерка. Для следующего диска ставим положение пятерка. Так, как-нибудь надо зафиксировать черные диски и вращать белые. Во-первых, нужно поднять, для того, чтобы от этого положения считать проще будет. Здесь у нас немножко сдвинулось. 1, 2, 3, 4, 5. Ставим сюда пятерку, а сюда тройку. И что у нас получилось? У нас диски не перекрылись.
То есть у нас вот здесь это остались открытыми белые кружочки, здесь по периметру белые открыты. Так что это неправильно. Давайте попробуем поменять вот эти значения. То есть вот это поставим на тройку, а это на пятерку. Это на тройку, это на пятерку, и у нас ничего не поменялось. Да, все точно так же нерешенное. Есть еще один вариант. Давайте считать вот с этой стороны. То есть мы будем считать, вот этот диск ставить на единицу, это на семерку и так далее. Так, ну да, здесь у нас явно неправильное состояние. Давайте здесь пробуем. Так, все поднимаем наверх, все стрелочки. Все, стрелочки у нас наверху, вот эти кружочки у нас внизу. Ставим, это единица, дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюда мы ставим второй диск. Так, второй диск мы поставили. Они немного перекрывают друг друга. То есть нам нужно, скорее всего, найти такое положение для белых элементов, чтобы они максимально друг друга перекрывали. Но пока мы воспользуемся этой подсказкой. Но мне кажется, наоборот, сейчас они максимально открыты. Потому что вот здесь у нас все открыто, у нас перекрывается только один белый диск. Так что я на 99% уверен, что у нас сейчас ничего не получится. Но, тем не менее, тестируем. Смотрим, но мне кажется, ничего не решилось. Нет, само собой ничего не решилось. Хотя была бы интересная подсказка. Так, давайте смотреть, какие еще могут быть подсказки. Анно Домини 1753. Кстати, мы сейчас еще в интернете посмотрим, что это за год. Возможно, нужно загуглить и понять, какая там подсказка. Это было бы очень интересно, это было бы очень круто, если бы там была какая-нибудь отсылка к астролябии, и, возможно, мы бы что-нибудь поняли. Так, у нас есть три звезды с одной стороны, три звезды с другой, и здесь три звезды, три звезды. Может быть, это подсказка? Но, скорее всего, нет. Вот здесь у нас три кружочка, здесь три кружочка. Здесь у нас напротив звезд нет кружочков. Потому что, насколько я понимаю, вот этот вот диск перемещается вместе с верхним диском. Здесь и здесь точно так же. То есть мы не можем зафиксировать этот диск. Да. То есть они вместе перемещаются. Давайте посмотрим на время. Там уже прошло явно больше 5 минут. Да, практически 6 минут прошло. Я хочу загуглить этот год. Давайте посмотрим, что в этом году произошло. 1753. В этом году была опубликована работа Карла Линнея «Виды растений». Так, больше в науке в этом году ничего не произошло. То есть только эта работа, награды, кто-то родился, кто-то скончался, но я думаю, это вряд ли будет отсылками. Скорее всего, отсылок в данном случае у нас нет. Давайте самостоятельно решать. Что мы еще можем сделать? Давайте просто пытаться сначала делать минимальное количество белых точек, а потом что-то еще делать с черными. Давайте их считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас 7 точек. Это у нас расположение получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это на шестерке. Вращаем дальше. Сколько у нас получилось было точек? Здесь было 7 точек на шестерке. Много. 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 Но, скорее всего, вот это будет минимальное положение. То есть, когда вот эти два диска перекрывают. Или нет? 1, 2, 3, 4. Нет, не то. То есть, скорее всего, вот это минимальное положение на шестерке. Мы на минуту прервемся в решении головоломки, потому что я хочу рассказать вам, где вы можете купить самые интересные головоломки. Вы можете это сделать в крупнейшем в России магазине головоломок ccstore.ru. В этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики Рубика, от 2x2 до 19x19, от бюджетных моделей до топовых, любые модификации этих кубиков и все, что связано с тематикой спидкубинга. Это маты, таймеры, подставки, смазки, запасные детали и все, что понадобится настоящему спидкуберу. Также в этом магазине вы найдете множество других интересных необычных головоломок. Металлические головоломки, деревянные, различные модификации головоломок, таких как вот такие необычные модификации с Cube, которые уже показывал на канале. Видите, кубический контент постепенно возвращается. Также магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку, и при каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть смазка для кубика, подставка для кубика, кубик-брелок и множество других подарков. Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок вы получаете каждому заказу. В описании оставлю ссылку на магазин CC Store и на их Instagram, где вы можете выиграть 500 рублей на будущие покупки. А мы вернемся к решению головоломки Астролябриум. Прошло уже 8,5 минут. Решаем дальше. Так, давайте делать так, чтобы черных было максимальное количество. Мне кажется, вот это сейчас максимальное количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 точек черных, а белых всего 7.
Соответственно, возможно, нам сейчас получится при помощи черных перекрыть белые. Жаль, их никак нельзя зафиксировать, во-первых. Во-вторых, жаль, что у нас диски не цветные, потому что сейчас я не вижу, какой диск относится, какой кружочек относится к первому диску, какой кружочек относится ко второму диску. Так, вот у нас... А, нет, у нас по периметру все открыто еще. То есть здесь у нас открыт всего один диск, а по периметру еще очень много открыто. Не диск, кружочек, постоянно путаюсь в терминах. Вот опять же, у нас один кружочек открыт, а здесь еще очень много открыт по периметру. Нет, такое положение явно неправильно. Мне кажется, уже по кругу прошел. Либо нет, сейчас завершим круг. Да, вот это положение у нас уже было, то есть мы по кругу прошли. Давайте искать другое положение для черных, потому что для белых мы уже все посмотрели. Это минимальное состояние для белых. Но единственное, что минимальное состояние для белых относительно больших кругов. Относительно маленьких кругов мы не замеряли, кстати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все кружочки открыты. Но при этом, скорее всего, у нас перекрываются маленькие. Да, у нас маленькие перекрываются. 1, 2, 3, 4, 5, 6 маленькие перекрываются. Ладно, давайте пока ориентироваться на большие, посмотрим. Но я уже понимаю, что это будет неправильное решение. Мы перекрыли все большие. Да, все большие мы перекрыли. Готово, если вот так немножко подвинуть. Но маленькие у нас совершенно не перекрыты. Нужно, скорее всего, будет ориентироваться на маленькие кружочки. Сделать так, чтобы максимальное количество маленьких кружочков было открыто, черных имею в виду. Чтобы они друг друга не перекрывали. А, кстати, давайте еще обратим внимание вот на что. У нас здесь получается три кружочка вместе. И здесь три кружочка вместе. То есть нам нужно явно найти такое положение, где у нас будет три кружочка вместе на вот этих дисках. Да, потому что у нас на одном диске нет трех кружочков вместе. То есть нам нужно создавать такие комбинации. Возможно, это будет подсказкой. Возможно. Так, вот у нас здесь создаются три кружочка вместе. Раз, два. На каком расстоянии? Они, получается, находятся, расположение, по сути дела, друг напротив друга. А, напротив этих звездочек. Вот здесь три, и здесь три. Значит, нам здесь нужно... Напротив звездочек мы не сможем сделать. Давайте вот так попробуем создать. Так, что у нас были маленькие кружочки друг напротив друга. Вот, в принципе, сейчас... В принципе, сейчас у нас создается такое положение, но здесь у нас разрушается абсолютно все. Давайте другие варианты искать. То есть по этим кружочкам, в принципе, можно ориентироваться уже хоть как-то, хоть немного. Здесь остается открытым. А если мы вот так подвинем, у нас, в принципе, перекрывается. И у нас перекрылись все кружочки маленькие на нижнем уровне. А большие кружочки на нижнем уровне у нас тоже перекрылись. Так, возможно, мы сейчас близки к решению. Давайте посмотрим на время. Время почти 19 минут. И мне кажется, что мы сейчас близки к решению, потому что у нас сейчас не выглядывает ни один кружочек с нижнего уровня. У нас выглядывают только кружочки со второго уровня. Поэтому, если сейчас получится провернуть диски на втором уровне так, что у нас перекрылось, это будет отлично. Я не уверен, что у нас это получится, но тем не менее, мне кажется, мы близки к решению. Так. Нужно как-то зафиксировать. Я не знаю, как зафиксировать так, чтобы не перевернулся случайно нижний уровень, верхний, и только один белый вращался. Но, тем не менее, попробую. Как неудобно вращать. Нет. Или да? Нет, нет. Может мне записать это положение? Давайте, наверное, в следующий случай запишу, потому что я сейчас сдвину. Я за ручкой и бумажкой. Первый диск у нас на единичке. Вот, это мы будем считать единичкой. Первый диск у нас на единичке. Второй диск у нас получается 1, 2, 3, 4 на четверке. Третий диск у нас неизвестно. Четвертый диск у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 на 13. Так, значит, нам нужно найти вот это значение для третьего диска. А с этой стороны 1, 2, 3, 4. Если что, в скобочках 4 напишу, чтобы в обратную сторону проще читать. Так, ну как минимум я записал это положение, так что если случайно у нас разберется, я смогу вернуть. Что-то мне кажется, я уже не найду правильное положение, потому что я вращаю, вращаю, и есть. Решили головоломку. Так, давайте выровняем все, а потом будем устанавливать время. Вот так, здесь немножко нужно подвинуть. То есть это точно уже правильное положение, потому что, в принципе, у нас все перекрывается. Единственное, что нужно немножко выровнять. Вот здесь нужно. Хотя, в принципе, да.
Все, правильное положение. Останавливаем время. Стоп. 24:47. То есть, в принципе, 25 минут уложился. Круто. Я думал, что больше времени потрачу. Как минимум, когда начал вращать и понял, что здесь нет никакой логики. Здесь нужно просто подбором это все делать. Но, тем не менее, немножко логики здесь было. Давайте, кстати, посчитаем положение третьего диска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третий диск у нас на восьмой позиции. То есть здесь мы вопросик можем исправить на восьмерку. Все, головоломка решена. Я не знаю, что значит 1753. К сожалению, так я и не понял, что это означает. Возможно, это была какая-то подсказка, которую не смог разгадать. Возможно, как-то связано с теми цифрами, которые у нас сейчас получились. Мне кажется, нет. Подводя итоги по головоломке Астролябриум, у меня все же остались к ней вопросы. Почему название Астролябриум вместо Астролябиум? Также, что значит Anno Domini 1753? Что значит эти звездочки? Возможно, это просто надписи, которые совершенно не имеют смысла. Но, возможно, все-таки это какие-то отсылки, которых я не понял, к сожалению. Если вы поняли эти отсылки, обязательно напишите в комментариях. Мне действительно интересно. Мне действительно интересно, что значит Anno Domini 1753? Что произошло в этом году? Тем не менее, головоломка оригинальная. В ней оказалась логика, которую я сразу, к сожалению, не нашел, но потом все-таки мы нашли логику и решили эту головоломку. Так что, в принципе, она мне понравилась. А вам, надеюсь, понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой лайв-канал, ссылка на него есть в описании. Также в описании ссылка на мой инстаграм, на мой тикток и на все остальные социальные сети. И на этом все, спасибо за просмотр, всем пока!